Молодежный центр «Факел» участвовал в Ачинском Арбате. 29 августа по приглашению руководителей органов по делам молодежи молодежного центра «Сибирь» города Ачинска молодежный центр «Факел» Боготольского района принял участие в работе одной из площадок Арбата. На территории бульвара разместились художники, фотографы, мастера резьбы по дереву, а также много интересных и творческих людей. Молодежный центр «Факел» разместился в так называемой молодежной зоне. Ирина Федоркова с помощью аквагрима в считанные минуты преображала детей в принцессу, фею, бабочку или любого другого сказочного героя. А Денис Федорков учил юных ачинцев и гостей города делать фигуры из длинных разноцветных шаров. Это Биг Бокс. Руслан Мамедов владеет им в совершенстве. Участник молодежного центра «Факел» Руслан Мамедов – человек-оркестр. Он поразил всех умением извлекать с помощью голоса целое музыкальное произведение. Лучше, чем он, это не делает никто. А ровно в 20:00 всем зрителям молодежного сектора Арбата представился шанс оценить движение современных танцев и поучаствовать в мастер-классах. Активной участницей мастер-класса была представительница молодежного центра «Факел» Анна Кежина, которая не уступала в мастерстве профессионалам. Было здорово, было весело, все зарядились позитивом. Мы заканчиваем свой репортаж об участии в Ачинском Арбате. С вами была Галина Симон. А вместе мы... Факел! Это факел! Молодежный центр «Факел»!